Ребята, всем привет! С вами Ксюша, и я заказала себе крутые Krusty боксы. Но не с одного сайта официального Krusty Box, а с разных. А именно с Озона, Валбереса, сайта Krusty Box и Яндекс.Маркета. Я решила опять сравнить их наполнение, потому что в этот раз у нас появился еще Яндекс.Маркет, и мне вот почему-то кажется, что наполнение будет у всех разное. А вы, ребята, внимательно смотрите все это видео и в конце напишите тот сайт, на котором бокс вам понравился больше. Ссылочка на сайт Krusty Box будет в описании. Погнали! Так, с чего начнем? Предлагаю начать с Валбереса. Вот такой пакетик у него, значит. Бац, яркая, красивая коробочка. Оформление коробок везде одинаковое. И, кстати, это бокс-микс. Открываем с помощью когтей. В микс-боксе может лежать все, что угодно. Ведь это же микс-бокс. Я возьму ножницы, потому что просто нереально. Кстати, ребят, вы заметили мой голос? Я стала говорить просто, как, не знаю, Мегера. Вот, ребята, погнали. Покажу вам сразу микс-бокс. Так, это классические наклеечки, которые лежат в Krusty-боксах. О, ничего себе. Смотрите, какой неоновый блокнотик. Тупо оранжевые листики. Можно сюда наклеить наклеечки всякие разные по тему. Здесь подписываешь блокнотик. Это что, коврик для мышки? Ребята, кошка для мышки. Вот, прикольно. Кладешь на компьютерный стол и мышкой вот так вот. Моя мама просто обожает такие коврики. Я думаю, что это для нее. Дальше блокнотик, котик. Очень миленький, тоже в клеточку. Ланчбоксик для бутерброда. Трожь мой обед. У меня такой был, он очень удобный. Кладешь сюда, что тебе надо, и все, идешь в школу. Так, дальше. Подставочка для карандашей, черненькая с единорожкой. Поп-сокет. Прикольный стаканчик стеклянный. Открываем. Вот такая красотень. И трубочка еще тут есть красненькая. Трубочка в полосочку, а крышечка в клеточку. Мне эта крышечка, дизайн такой очень напоминает пикник летний. Вообще классно. Можно прийти соком свежевыжатым вот так вот на пикник летом и сидеть, кайфовать вообще. В каждой коробке лежит секретный подарок. Сейчас мы его откроем. Вот такая прикольная маска для сна. Для отдыха, так сказать. Так надеваешь, и тут пончики вместо глаз. Это, ребята, был Валберес. Запоминайте весь состав бокса. А я пока что все аккуратненько уберу обратно. Это, значит, следующий будет Озон, озоновский бокс. Давай, Озон, не подведи. Ножницы идут в дело. И опачки. Я заказала все микс-боксы, чтобы было прикольно сравнивать. Так, здесь у нас наклеечки желтенькие. Это очень миленький блокнотик, ребят. Такой ламой. И тут просто листочки в клеточку. Дальше. Очень крутые закладочки, список дел. Очень удобненько. Оторвал одну. На лоб кому-нибудь. Кошелечек для монеточек из детства. Боже, ностальгия просто. Дальше. Вот такой прикольный ланчбоксик. Розовенький с пироженком. Тут наверху можно положить что угодно. Ну, например, орешки всякие. Печеньки еще можно положить. Вкусняшки. Кстати, розовенький и ланчбоксик, и блокнотик. Прям все под тему. Дальше очень классная кружечка. Беленькая. И тут всякие разные штукенцы нарисованы. Клубнички, вишенки, мороженки, алмазики. А внутри лежит поп-сокет с кактусом. Вот такие сюрпризы. Посмотрите на кружечку. Классная, да? Такая прям летняя. И мне еще нравится, что здесь она белая, а вот тут как бы чуть отливает розовым. Ребята, к нам пришла Елечка. Она все обмыкивает, а мы продолжаем открывать наши секретные подарки. Здесь что-то шуршит, гремит. И это в боксах я такое вижу в первый раз. Но вот сейчас у меня открыто воспоминание из детства, реально. Но здесь, к сожалению, нет таких конфеточек. Очень жаль. Их можно купить и положить сюда. Или жвачки сюда положить. Или вообще таблетки в ней носить.
Вообще, пока что боксики, в принципе, идут наравне. То есть и там есть пупсокет, и тут есть пупсокет, там есть стаканчик, тут есть кружечка. Блокнотики там и там, наклички там и там, ланчбоксики и по мелочам тоже. Короче, пока что все, в принципе, ровно идет. Следующий бокс я хочу открыть Яндекс.Маркет. Первый раз я увидела красти боксы на Яндекс.Маркете, и вот сразу думаю, почему бы не проверить, одинаковые они или нет. Опачки, о! А тут боксик лежит. И, кстати, мне кажется, он чуть-чуть чем-то отличается. Нет? Нет, он такой же. Галлюцинации. Так, не буду ломать ногти, откроем ножницами. И, ребята, открываем. Яндекс.Маркет. Мне кажется, здесь чуть по-другому. Здесь лежат наклеечки. Также есть открыточка. Посмотрите, какая она миленькая. Это по любви. Можно ее кому-нибудь адресовать. Так, дальше блокнотик. Очень милый, в клеточку. Потом еще большой блокнотик есть. У тебя в руках особенный ежедневник. Все, что ты здесь напишешь, непременно исполнится. Но он в линеечку. Но это не блокнот, а ежедневник. Поэтому как бы все окей. Дальше ланчбоксик. Вот ланчбоксик совпадает. Хотя блокнотик тоже. Кстати, он очень удобный и очень классный. Таксой, собачкой. Дальше тут есть трубочка. А это у нас для стаканчика розовенького с ламой. Тут сверху крышечка как будто айсберг. Прикольно. И вот трубочка с бантиком. Очень по-милашному. Но проблема. Но проблема. Нет, у нее нет проблем, просто понимаете. Классная копилочка мраморная. Кстати, копилочки еще не было. Боксы на Яндекс.Маркете очень крутые. Ссылочка в описании. Сюда можно складывать не только деньги, еще всякие шпильки, заколки и так далее. Последнее, что здесь есть, да, мне не показалось, это секретный подарок. Что такое непонятное на первый взгляд? Поняла. Короче, это прикольный котик для горячей кружки. То есть кладешь так на стол, и чтобы не оставалось следов, например, от кофе, вот так. Когда-то у нас уже попадались такие подстаканники. Кстати, очень удобная тема, мне кажется. Пока что этот боксик мне понравился больше всех. Очень вот такой, знаете, необыкновенный. Так, это был бокс Яндекс.Маркет. И теперь последний, самый боксик, контрольный наш, это бокс, разумеется, с сайта самого Красти Бокс. А вот тут все открылось почти с первого раза. Вот отличие, самое главное для меня, бокс с Красти Боксов сайта отличается от всех остальных. Вот. Вот такое здесь наполнение. Значит, тут есть прикольные наклейки. Наклейки есть везде. В каждом боксе от Красти Бокс. Дальше крутой блокнотик розовый с авокадо и котиками. И он, кстати, в точечку. Очень удобно. Пенал очень классный с уткой. Написано «Маленькая утка». Кстати, в этих боксах не было пеналов. А тут вот есть. И очень, кстати, крутой. Респект. Дальше. Это планер, просто планер. Короче, очень классно, тут записываешь на понедельник, вторник, среду. И листаешь вот так. Очень, кстати, прикольная тема. Дальше носочки. Носочков, ребят, тоже у нас еще не было в боксах. Респект. Дальше стеклянная бутылочка. Это реально топ, ребята. Стеклянная. Для нее есть специальный чехольчик, чтобы она не разбилась. Серенький, с лапкой и написано «Лаки». Типа удачливый. Очень круто смотрится серый с розовым. Гениальное сочетание. Так, дальше. Это не все. Еще есть вот такая прикольная копилочка. Тут и твой Париж есть, и Колизей есть. Вот и Рим тут есть, Лондон тут есть. Такое ощущение, что этот бокс круче всех. Он еще и удобнее открывается. Последнее, что тут есть, это секретный подарок. Он будет решающим. Выбираем между Яндекс.Маркет и между Красти Бокс. Все, он побеждает. Тут есть кошелечек для денег из золота в серебро. Это он думает, какое место он займет, первое или же второе. Но я этому боксу выбираю первое место. Я считаю, что боксик с Красти Боксов самый крутой занимает первое место. Второе место занимает бокс Яндекс.Маркета. Третье место занимает бокс Озона, а четвертое с Wildberries. Если вы согласны с моим мнением, то пишите в комментариях, что вот я согласна с Ксюшей. Я считаю, что Ксюша правильный выбор. Вот. А если вы со мной не согласны, значит такие типа не-не-не, другой бокс круче.
то пишите в комментариях порядок. Пишите первое место, тире, там, например, Wildberries. Второе место там, не знаю, вот, Красти Бокс и так далее. Мне будет интересно почитать. Ребята, а вы знаете, куда я деваю Красти Боксы после распаковок? Если вы догадались, то тоже пишите в комментариях. Ставьте лайки обязательно под это видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока.